Владимир Борисович из города Невинномысск, который продает вот такие вот колеса, точнее, вот в такой упаковке колеса на Авито, говорит, что он супермастер в Невинномысске. Кто в Невинномысске, слышите меня, это у нас Ставропольский край. Человек делает колеса, продает их очень дорого. Значит, вот такое вот колесо приехало, оно бэушное, оно переспецовано. Переспецовано оно хреново, потому что зонт с обоих сторон, справа и слева, одинаковый. Соответственно, колесо трется об раму. Мы сейчас вот сюда вот третью гайку поставили, чтобы от рамы чуть-чуть отодвинуть. Дальше втулка абсолютно пустая. Вот так вот она бьет. Перебирать не будем. Еще и ось кривая. Вот. Ну вот человек продал по Авито колесо другому человеку. Потому что другой человек решил найти подешевле. И заказал с Авито. И сейчас мы будем это внедрять. Вот в этот велик. С кривыми вот такими вот дропаутами. С кривыми вот такими петухами. Вот, то есть, если вы увидели, что человек продает в Невинномысске Ставропольского края колеса и отправляет их по почте, то вам придет колесо, которое придется переспецовывать, потому что оно просто ровно в раму не встает. Значит, история очень простая у нас была. Приехал уважаемый Алик. Он зимой катается на фэтбайке, потому что ему надо делать ремонт и квартир для вас, да, стройка домов для вас. Ездить в разные места по городу. Ехать надо быстро. Маршрутки ходят плохо, автобусы ходят плохо, везде покрытие плохое. Соответственно, уважаемый Алик купил хороший фэтбайк. Что-то там не работало. Он поехал по магазинам, по обычным мастерским, по элитным магазинам. Починить никто не смог фэтбайк. Он приехал ко мне, говорит, вы плохой мастер? Я говорю, я самый плохой мастер. Можете мне фэтбайк починить? Я говорю, не могу, но попробую. Починил. Уважаемый Алик ездил всю зиму на фэтбайке. И фэтбайк работал. И все хорошо. И передачи хорошо, и скоростя хорошо, и тормоза хорошо. И Алик доволен остался. И он понимает, что сейчас будет лето, заказов много, работы много, все хотят ремонты, квартир, домов. Ему надо хороший быстрый велосипед. Но на фэтбайке летом тяжело. Резина большая, поэтому он решил себе купить летний велосипед на легкой резине, чтобы легкий был велик. Он себе купил, вот видите, Stern Dynamic. Динамик значит быстрый. Но колесо там было кривое. Колесо было кривое, друг Алика правил. Правил, но поправить не смог. Оно бьет вправо-влево, а колодки цепляет, тормозит. Плюс, пока правил, сделал яйцо. На каждый поворот колеса Алик едет по асфальту, подпрыгивает. Говорит, я недоволен, что меня бросает из стороны в сторону, что я подпрыгиваю на седле. Искал он долго новое колесо. Вот 26-е под трещотку, под ободной тормоз. Искал долго. Магазин ходил, там дорого. В интернет ходил, там дорого. Соответственно, что он сделал? Он стал искать на Авито. Нашел тогда он уважаемого Бориса Владимировича, Владимира Борисовича из Невинномысска, который сказал, что он хороший мастер, что он делает хорошие ровные колеса, вот на таких вот модных шикарных втулках, что колеса ровные. И Алик заказал у него за 1000 рублей бэушное колесо. Бэушное колесо за 1000 рублей. 300 рублей за доставку отдал. И приехало колесо. Вот упаковку я вам показал. Вот такое вот. Все кривое. Вот. Все кривое, болтается яйцом, гуляет вправо-влево. То есть колесо неровное. Дальше теперь уже неуважаемый Владимир Борисович заспецовал колесо. Он не знает, что такое зонт у колеса. Он не знает, что спицы бывают разной длины, что их надо натягивать по-разному. И приехало колесо, оно об раму трется. Соответственно, вот такую мы сюда гайку зарядили, здоровую. Раздвинули перья, слава богу, рама стальная. И колесо встало нормально. Ну как нормально, здесь 5 мм, там 5 сантиметров. Соответственно, тормоза настроили, сами понимаете, да, тоже вот так вот по диагонали наискосок. Вот такая вот история. Вот, поэтому неуважаемый Владимир Борисович из Невинномысска делает колеса не очень. Смазки там нет вообще, вы слышали, как все хрустит, все болтается. Но самый плохой мастер в городе, видите, вышел из ситуации, поставил шайбочку, выставил колесо более-менее, чтобы Алику дешевле было, потому что труд нелегкий, работа нелегкая. Настроили тормоза. Дальше рама, видите, как сделана? Вода затекает, говорит. Вода будет затекать, я же мастер, я понимаю, что вода затечет. Мы ему сделали цельную рубашку.
на задний переключатель, цельную рубашку поставили. Потом человек, который продал этот велосипед, плохой человек, потому что винт упорный вот этот был сломан. Мы ему новый переключатель поставили, все настроили. Будет Олег доволен, будет ездить, чинить вам квартиры и дома. Так что, если что, обращайтесь, делаем недорого. Берем совсем бюджет. Ну, переднее колесо поправили тоже. Сейчас вот тормоз настроим. А вот стяжки, неуважаемый продавец на Озоне, который их продает, они лопаются. Сколько уже? 5-6 лопнуло? Одна за одной вообще. Одна за одной, говорят, лопаются плохие стяжки. А это другая партия, да? Там лопаются сами пополам вот так. Вот. А это другая, да, сейчас. А это другая стяжка. То есть сейчас вот я вам покажу упаковку стяжек. Вот эти вот длинные, да? Вот эти вот длинные стяжки, вот. Производитель генерал полный, ты продаешь всякий хлам. Вот видишь, вот, вот твой адрес. Вот. Вот это, вот эти стяжки рвутся. То есть вот этот вот хлам, вот по этому штрих-коду не покупайте. Потому что вообще качество отстой. Вот 22-й год. Это она 2 года лежала на складе, никто не покупал. Только я один купил. Вот уже полпачки стяжек, короче, вот столько стяжек, короче, просто порвалось. Вот такая вот история у нас сегодня.